большого юноша. Слушай внимательно. Да, слушаю. Алло, подойдите поближе. Дальше будет Виктор наблюдать. Мы очень дорожим лодками. Садится по три человека. А камеру кто мне далеко даст? Далеко не от... Только до середины, там, где надо сейчас пропускать, и к берегу нигде не приставать. И берега там сейчас палочки, они там проткнуть. Приставать только к тому месту. Мы сами будем. Отключены, туда не вставлять, просто руками так грести. Так, плавают все, нет, кто плавать не умеет. Все, берем. Все. Вот так прямо идите. Мы их собираемся вообще-то. Нет, всякое бывает, тут это, тут... Вот это, вдвоем берите, чтобы по полу не задевать. Насос, насос возьми. На всякий случай. Бывает, что спустит. Так, прямо идем. Так, нам... Право. Так, куда? Ой, подожди, ну Леш, через собаку тут я ее... 17 мая. Гости идут из воскресной школы кататься на лодках. Я показываю, за мной идите. Смотри. Полина, давай, вперед. Я снимок делаю, если мне надо... Бери весло и ныряй. Стин, давай. А кто плавает? Плавать я умею. Тогда два пацана и девочка. Они увидят, что все нормально. Давай, да, одного какой-нибудь прокатим, первый раз. Он в машине. С собой девушку возьмите. Я, давайте я. Не, подождите, не, стоп. Я хорошо плаваю. Сидушку бери. Сидушку возьмите, чтобы на корточках не сидеть. Здесь. Катание на лодках. Наши братья из Барнаула, сестры приехали. И из воскресной школы. Аля, ты нот забыла. Ну, отнесем мы. Хорошо, отнесем. Значит, это просьба, вы останьтесь. Чтобы потом отнести все. На скворечнике. Ну, сейчас 5 минут они покатаются. Мы. Ну, а кто понесет? Вы давайте быстрее, Данила, то уж атаку будет моей. Так что не переживай, Данечка. Это понадобится. Вот как раз они и вы, ну, возьмете там эти подушки и все такое. Тяжести-то нету большой. Что? Да, конечно, так такое половодье. Здесь столько снегу было. Нет, почему уровень поднялся? Как не поднялся? Снег же растаял. А пирс сломало. Его надо снова ремонтировать. Катание на лодках. Так, гость из воскресной школы, из Барнаула. Вот сюда, вот, да, в заливчик. В заливчике вам удобнее будет. И за веревочку не держите, она отрывается. Это уже приклеено тут кое-что. Ласточку делать, раскручиваемся, так я повезу, вон. Ба, ба, ба. Стой, стой, стой.
там красиво. Я говорю. Паня, не подлежи. Паня! Надо было кто-то... Прощай тебе! Ты сама... Ты умеешь плавать? Я умею. Ну, Игнат Тихонович говорит, они в потро, а мне снимать, он дал послушание. Вот они. Я говорю, надо... Не вставляйте только в эти. Их надо там ловить идти, да? Не, пусть они учатся грести сюда, сюда гребите. Давай сюда гребите, болван. Не вставляй, девочка. Не-не-не, не вставляйте, не вставляйте. В руках держите. Да. Если синхронно не получается, кто-нибудь из ребят два весла берите, и тогда будете плыть в одно направление. Маш, мы с тобой, ладно? Тогда, Сереж, будешь принимать? Ну и вот тоже юноша будет. Ну, глубоко достаточно. Тут на середине больше 2 метров. Смотрите сюда! Только там к пирсу не подплывайте, у нас он сломанный, мостики. Так, давайте, кто вперед к берегу, соревнования? Давайте, внимание, марш. Ну, чтобы причаливали мягко. Неудобно, с мостиков нету, неудобно. И за веревочки не держаться. Аккуратно, Вань, не надо ничего выдумывать, что я сделал. Ваня, ты дебил? Возвращаемся! По 5 минут катаемся. Если понравится, можно еще потом. Ваня, Маш, возвращаемся. Паруса там пускайте уже, все. Их несет. И мой телефон еще возьмем. Титаник прям. Они морской бой, что ли, устроили? Что они там бьют друг об друга? Давайте сюда, гребите уже. Да? Попросил телефон. Где фотоаппарат туда положил? На поликом. Маша, она хорошо.
Лёш, принимай. Вот сюда вот подгребайте. Вот, давайте вот сюда. Там лучше будет. Сюда гребите. За веревочку не держитесь, она отрывается. Греби, 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 вот сюда вот, давайте в зал. Тогда легче будет вам вылазить. Как? Кристин. За бок, Сереж, держись. Маш, что, поедем? Весло. На весло не наступите, осторожно. Оно легко ломается. Сереж, убери его лучше. Да, в руках держите. Следующие трое. Ну, они, наверное, ну, сдуваются. Кто-нибудь из ребят тоже, чтобы был с девушками. Вот, причаливайте. Одного мальчика? Да. Оп, оп, оп. Давай, нет, с вами поедем. Вань, носом своим заворачивай сюда. Одного мальчика ты... надо. Ну, мы тут... Лёш, плыви с её, у тебя ноги... Нет, потрое плавайте, быстрее, чтобы было. Давайте, следующее. Маш, весла подними, на них наступят, они сразу сломаются. Сиди спокойно. Спокойно сиди. Подождите, сейчас в зал уже сядем. Не, нормально. Во, весла давайте и отталкивайте их. По 5 минут катаемся. Если еще потом понравится, еще можно. Можете когда нас. Это кого вас покатать? Ну вот Ерема плавающий. Вот ты уже... С ними можешь. Ты тоже умеешь плавать? Ты тоже, Вера, плаваешь? Ну, вы втроем можете, Фан. Только не вставайте, чтобы не перевернуться. Вода еще холодная. Полина! 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 Ты с собой пойдешь? А вот сюда подплывайте, прям в заливчик. Нет, я же свой корабль. Да ё-моё. Вода тёплая, потрогай, Марин. Я уже искупался до половины. Она с вашим весла полила. Ну а чё, кто следующий-то? Все накатались уже, что ли? Чё-то быстро. Ну, поактивней. Сейчас ее может унести лодку. Ну, поактивней. Садитесь. Ерема с девушками, покатайся. Только, Сереж, лодку маленько в воду убирай, а то она на берегу. Во-во, вот так. Ты меня удержишь? Да, да. А с кем поеду? А он? Ты там, Василис, поправь. Сразу садитесь, чтобы не падать. Идите кто-нибудь. Ты можешь туда, Ерема, сюда девочка. Все, садитесь одновременно. Во-во. Сергей Павлович поплыл.
Весла давайте ему, Сергею Павловичу. Осторожно сломаешь весло, оно легко ломается. Отталкивайте их. Елена Анатольевна, следующая. Воскресной школы в гости. Василиса там вот. Пошлите, вас тоже покатаем. Не, я поймаю два раза. Вот монтировка.